Исполнять ее будут ученики школы Грозуки, и ритма дала музыка. Казалось, что она была рождена, чтобы заниматься музыкой и пением. Имея абсолютный слух, она уже 6 лет научилась играть на фортепиано своей матери. Лаала очень страдала от сложных и жестоких отношений, в результате которых потеряла слух. Она была глуха на одно ухо вследствие физического насилия. Но тем не менее, ничто не могло остановить Лаалу Крас, которая продолжала петь и очаровывать мир своим прекрасным, сильным и уникальным голосом. Восполнить частично утраченный слух помогло сердце. Она воспринимала ноты только одним ухом и чувствовала грудью. Она была звездой по призванию и дивой в душе. Немногим в мире удалось добиться того, чтобы их голоса звучали на всех континентах. Лаала Брас достигла этого масштаба и величия. Ее голос, единственный в своем роде, будет вечно звучать в наших умах и сердцах. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando está ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Lavando estarei ao lembrar desse amor por um dia, um instante foi rei.